Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших, извините, пришедших для просмотра данного ролика. Ноураннер у нас на канале давно не было. Вот, катаемся мы. Остановились в прошлый раз тут на России, так в тайге, так мы на ней и катим, короче. Вот, сегодня у нас КамАЗик. Уже все распланировано, выполняем мы, короче, контракт ремонт зданий. И нам нужно доставить на склад в Зимнегорск бетонных плиты две штуки и одно топливо. Так, маршрут я еще не составлял, естественно, но смотри, у нас тут как есть дело. У нас есть топливо, и топливо у нас есть где-то здесь. Да или нет? Да. Так, сейчас, короче, на завод едем, берем бетонные плиты. А вот здесь вот бочка, я не знаю, дадут ли просто так, либо ее нужно грузить. Короче, сейчас валим пока за бетонными плитами. Так, как там нам тут получше бы проехать? И побыстрее желательно. Вот здесь, наверное, будет сложновато. Ну да ладно. Так, стоп, это бочки. Блин, да нафига мне бочки, мне же на завод. Так, ну ладно, погнали. Маршрут построен, как говорится. Единственное, что на Т-300 я еще не играл. Посмотрим, как он себя поведет. Ничего не настроил, ну, в смысле, кроме кнопок, естественно, кнопку-то настроил. Вот, а там чувствительности всякие, обратные... Обратная связь и все такое, все включено, ничего не делал. Вот как из коробки, грубо говоря. Так, давай, наверное, пока мы тут едем за грузом и не по грязи, как обычно, вид будет из кабины. Ну, а там уже где места поинтереснее, где придется побуксовать. Там уже будет вид другой. Так, да, еще, кстати, забыл. Сейчас включу одну эту опцию. Вот, все. Теперь можно ехать. Давно просто не играл, забыл про все настройки. Короче, теперь у нас всегда день. Сегодня записал ролик про Васю дальнобоя. И вот сейчас пишу SnowRunner. Ну, вообще, по-хорошему, выполнить контракт. Вот этот контракт выполнить. Не знаю, сколько мы тут с ним провозимся. Загружу ли сразу все.
Вот так вот, поехали. Думал сначала на Урале покататься, потом думаю, да ладно. Возьму-ка я КамАЗика. Так, нам здесь налево. Да. Тащит, тащит КамАЗ. Ну, блин, такие места, конечно, этому КамАЗу не страшны. Вот, и, короче, данный контракт, возможно, не этот, но который, может, после него, нам, короче, это, должны позволить в Зимнегорске, может быть, даже этот контракт, я точно не знаю, должны позволить открыть гараж, он нам там нужен. Давай здесь попробуем, ну-ка, стой, сейчас карту глянем, мы же можем тут. А нет, здесь нам не надо. Это совсем не туда дорожка. Не знаю, соскучился я уже давно по этим грузовым всяким машинам. Решил передохнуть от самолетов немного, чуть-чуть. Но в самолеты, естественно, вернусь, причем вернусь довольно-таки скоро, потому что самолеты надолго оставлять нельзя, иначе ты в них все забудешь. Фабрика 100 метров. Так, а у нас этот значок желтый горит справа. Это, я так понимаю, нам на топливо, да, показывает. Так, так, погоди. Вот так, хорошая картиночка будет для ролика. И время я застопорил. Что он сказал, фабрика через 100 метров, и нифига. Ну, может, у нас не фабрика, у нас завод. Ну, какая разница, фабрика, завод, да?
Нижняя шпонка. Так. Тут же так, время 10:01 утра. Да, время не идет. Хорошо. Знаешь, в эту игру, по-моему, вот, блин, удобнее играть вообще на клавиатуре, чем на руле. Потому как, тут надо постоянно, ну, чтобы интереснее было смотреть, да, там, всякие, вот такие моменты, там, грязь, когда он зарывается, еще там что-то. Нужно камеру все время как-то, ракурс выбирать. Блин, на руле назначать кнопки неудобно. Удобнее на мышке, а вот рулить и мышкой все время хреначить. А если учесть от того, что я как бы сижу от стола далеко, у меня руль причем вынесен вперед, специально так сделано, чтоб я дальше от монитора сидел, потому что у меня монитор 49 дюймов, мне приходится к этой мышке тянуться. Сделать площадку для мышки рядом возможности нет, потому как у меня тут все, блин, для самолетов, и уже места нету. Ну да, завод. Завод или завод. Так, не ломаем тут завод. Блин, даже Ленин стоит, посмотри. Так, управление грузом. Запасные части нам не нужны. Нам нужны бетонная плита. Да, у меня 5 мест, насколько я понимаю. И как раз нам на топливо еще тогда хватает. Оп. Еще бетонную плиту нам, пожалуйста. Спасибо. Так, ну а теперь отсюда нам нужно... Мы же можем вот сюда, да, выехать, я так понимаю? Или тут у нас закрыто, блин? Нет, можем. Так, давай тогда сюда, сюда. Заедем, заправимся. Ну и вот так придется вокруг завода ехать, короче. Так, а здесь у нас могут возникнуть проблемы, да? Вот так пойдем. Не знаю, здесь по камням. Ну, вообще, по идее, должен, конечно, прийти я с этим, пройти с этим прицепом там. Ну, ладно, рисковать не будем. Вот такой маршрутик.
Так, табличку АЗС не сбиваем. Блин, а чё я... Ну да, я же ее даже не задел. Ну, видимо, коллизия у таблицы большая. Так, а у меня еще в прицепе, смотри, 500. О, так это вообще нормально. Считай, на полный бак мне еще. Даже на полтора бака. Пойдет. А я, по-моему, поэтому этот прицеп и выбрал. То он с бочками. Блин, он длинный, валки, но зато он с бочками и вмещает в себя нормально. 5 мест у него. Это то, что мне нужно для этого контракта. Так, давайте вот так вот по лесочку. На следующей карте там будет посложнее, конечно. А если в Зимнегорск, слушай, а мы разве можем сразу отсюда в Зимнегорск поехать? По-моему, нам придется через карьеру валить. Не помню точно. По-моему, а может быть и есть прямая дорога на Зимнегорск. Надо карту смотреть. Не хочу сейчас смотреть. Сейчас уже загрузимся до конца. Все равно маршрут ставить. Тихо, дружочек. Ты чего так? Не надо так делать. Нифига ты меня напугал, блин, я думал, все. Блин, а КамАЗ у меня этот, он без крана. Ну, я кран специально не стал ставить. Там, если кран ставишь, нарушается центр тяжести, ну нафиг. Ну, блин, с другой стороны, если упадешь, то... Груз не поднимешь, не соберешь. Поаккуратнее надо, поаккуратнее просто. А то что-то я прям сильно поразогнался. Думаю, ладно, КамАЗ все может. Не, надо аккуратнее. А то, блин, он плиты эти навернет мне.
КамАЗ, конечно, может многое, но не абсолютно все. Что неохота мне в эту лужу лезть, блин. Да нет, не опасно, она. Почему-то мне показалось, не вызвала она у меня доверия, эта лужица. Думаю, ну нафиг обеду, вдруг там какая-нибудь яма глубокая, сейчас как урюхаешь. Но пока КамАЗ молодец, справляется со всеми задачами поставленными. Урал не стал брать нам по узким дорожкам ехать. А Урала большой этот капот, нос этот торчит, блин. Плюс еще считай прицеп длиннючий. Это не рискнул я взять Урала, хотя Урал, конечно, попроходимее будет. Но нам здесь, наверное, важнее все-таки непроходимость будет. КамАЗ по проходимости должен справиться на везде, на всех участках, которые нас ждут. А вот маневренность с таким длинным прицепом, это важно. Так, а вот здесь уже интересно. Я просто вижу, что там глубоко. Так, ну а вот здесь нормально должны пройти, если не увязнем где-нибудь. Если тут ловушки никакой, бля, нету.
Так, тихо, 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 тихо здесь. А, блядь, стоит. Ну все, пизда. Так, ладно, груз, главное, не высыпался. Бля, ну тут я хрен за что сейчас, да, подцеплюсь. Так, опять начинается вот эта возня с мышкой, во. Блин, ну это дерево не выдержит. 100%. Угу. Так, вот какое-то есть деревцо, но оно нам не поможет. Или поможет? Да ладно. Блин, блин, блин. Так, не, а зачем мне повышенная-то? Не может он назад, да? Окей. Ну блин, вот теперь же еще надо как-то проехать. Так, лебедку нафиг. Только ты давай теперь в другую сторону не кувыркнись, блин. А он кувыркнется. Ну как-то так. Но у нас, по-моему, сейчас груз не упакован. А ну-ка стоять. Вот так. Теперь все правильно у нас. Бля, это ты так тут-то ты что начал, но. Там что, блин, в воде камни, что ли? Тихо, 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 цепи ты ее. А я ее цепил. Блин, что такой легкий перед у него, что ли? Его ж задирает.
Чуть плиты не потеряли, блин. И хорошо, если можно будет здесь сейчас грузануться топливом. А не надо будет нам это топливо где-нибудь на другой карте искать. Блин, ну вроде проблем быть не должно. Вроде можно здесь. Ну смотри, у него передние колеса, короче, поднимаются, он еле поворачивает, бедняга. Так, колхоз, комиссар Квашнина. Квашнина. Где у вас тут ребята топливом грузят? Ну, еще же не доехал, но... Управление грузом. Топливо. Да. Слушай, можно загрузиться, но будем считать, что нам повезло. А теперь смотрим на карту. Можем ли мы сразу уйти в Зимнегорск? Нет, не можем. Мы можем только карьер. Хорошо. Карьер, так в карьер. Значит, идем в карьер. Нам же прямо надо туда, правильно? Или что, или я неправильно развернулся? Ну-ка, давай до этой точки доедем. Ага, правильно. Я то думаю, что я не туда вывернул, что ли? Интересно, с какой стороны мы сейчас заедем в карьер. От этого, наверное, тоже будет многое зависеть. Будет наш путь легким или сложным. Да стой ты, блядь. Блин, КамАЗ, а ты чё такой? Надо было эту прицеп брать, гусиную шею.
Что-то я чувствую, фиг мы что тут довезем, он где-нибудь у нас ляжет. Как-то боязно мне тут по болоту-то вот так вот хреначить. Все сели. Вообще сюда надо мне. Да, я знал, что по этой стороне будет проще. Но я просто тут ездил когда-то. Сейчас опять сядет. Не, КамАЗ, ну что-то ты прям... слегка меня разочаровываешь. Серьезно? Блин, даже так? Вот здесь вроде должно быть попроще, но я думаю, что это ненадолго.
Так, ну что, в карьер отправляемся. Сейчас будем смотреть, с какой стороны мы в него попали. Если с нужной, то повезло. Если с не очень, придется помучиться. Так, смотрим. А нам в Зимнегорск. Там у нас овраг. Так, слушай, ну в принципе, такая и ничего страшного. Попали с нужной стороны прям. Тут по нормальной дороге. А, вот здесь вот у нас расчистка дороги. Слушай, тут завал. Тут завал. И мы тут хрен проедем. И тут мы охренеем, мне кажется. Тут мы просто завалимся, блин. Ничего не поделаешь, нам придется вот здесь объезжать. Тут такие топи. Ну а что делать? Делать нечего, придется. Я хрен его знаю, как мы с этим прицепом там поедем. Но у нас вариантов нет. Но это все равно, это самое близкое, где мы могли появиться. Если бы мы появились где-нибудь в другой стороне, мне кажется, мы бы еще больше тут бы хлебанули. Поэтому, блин, надо завал расчищать. Надо расчищать завал. Тогда вообще нормально можно будет тут катать по хорошей дороге. Ну, относительно хорошая. Я понимаю, что SnowRunner игра не про хорошие дороги, но тем не менее. Я хер его знаю, проедем мы сейчас тут. Может быть, не так страшен черт, как его малюют. Главное не кувыркнуться, это самое главное. Хрен с ним, может тут где-то как-то худо-бедно с лебедкой, но пройдем, но главное не кувыркнуться. Давай, 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 не, все, закопался. Закопался. Там, блин, сюда там мне не надо ее. Ну-ка, давай вот это выдержит. У нас дерева нет. Повышенную переключить на обычную, ну, в смысле, на средний режим. А то он закапываться начинает. Там карьер. Карьер нам не нужен. Но, по сути, мы здесь просто объезжаем завал.
Так, ну вроде бы удачно. Вроде бы удачно, выйдем сейчас на дорогу. Так, ну и вроде бы эта дорожка у нас как раз до Зимнегорска и ведет. Да, она до Зимнегорска нас ведет. Я вообще не помню, я в Зимнегорске был или нет. Но гараж нам там нужен. Тогда я смогу туда геологоразведку переместить, свой КАМАЗ. И мне не нужны будут вышки. Я разведаю все так, КАМАЗом своим. Так, здесь у нас порученец, тут чувачок стоит, его вытянуть надо, но это потом. Приедем на своем каком-нибудь спасателе. Я думаю, в какой-нибудь из следующих серий. Если я, конечно, не забуду про него, что он стоит у меня. Все, валим в Зимнегорск. Таймыр, Российская Федерация. Но это не тайга, если это Таймыр, то это тундра, по идее, должна быть. Зимнегорск. Здравствуйте, как говорится. Так, да ладно. Ну, в Зимнегорске я не был, да? Ну, ты видишь. Карта закрыта полностью. Но это и не ладно. Нам-то здесь как бы на склад только бы попасть и все. Мы же сюда это все разгружаем. Правильно ведь? Да. Ну, слава богу, что не пришлось вот пилить по Зимнегорску с грузом и с закрытой картой, блин. Ой, ну куда ты поехал? Блин, прицеп войдет. Да, чтобы он выпрямился. Войдет, войдет. Да, по-моему, как раз-таки вот это то место. Тут будет сервис, тут будет гараж и, по-моему, что-то еще. По-моему, на это скажут сейчас еще что-нибудь доставлять, 100 пудов. Это же ремонт зданий, а не одного здания, правильно? Так. И... А, магазин прицепов еще должен быть здесь. А отстроилось, получается, все, что ли? Да ну. А где а вон гараж, наверное. Ну-ка смотри. Поехали. Обнаружен гараж. Отлично. Так, это гараж. Это у нас что такое? Здесь у нас управление грузом, блин. Здесь еще и база какая-то. Смотри, тут у нас крупногабаритный груз. А, и все, и больше ничего. Окей. Это сервис.
Вот уже стакада 100%. А я не помню, зачем нам на сервис заезжать на машине. Так, это что? Это состязание. Нет, состязания я не играю. Мне это не нравится. О, магазин прицеп. Продавать прицеп не буду. Паркану сейчас его где-нибудь здесь, погоди. О, блин, а чё бы мне его сюда не запарковать? Сейчас так и сделаем. Сейчас сюда я его и запаркую тогда. Так. Все, прицепик отцепили. О, блядь, стоять! Передачу не включил. Ну ты чё, алё? Вот так, все, пусть он у нас тут стоит на базе на нашей. Так, поехали сюда. А, просто смотри, заезжаешь, и получается все, автомобиль отремонтирован. Ну окей. Так, а что, ну и давай тогда. На сегодня мы будем заканчивать, да? Ну а что, почти час. На обслуживание встаем. Это ж теперь наша база. Сейчас на нейтралочку я ему включу. Глушим. Вот. Ну и на этом. Давай контракты сейчас глянем. Буду заканчивать я, конечно. У нас по контрактам у нас задание. А нет, мне это не интересно, завоз цемента. А там у меня поручение, где чувак этот стоит. По-хорошему надо тут разведочку провести. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Новый причал. 1 крупногабаритный. Крупногабаритный мы можем взять здесь. Тонную плиту. Ага, пока типа она нам не показывает, видимо, либо ее тут нет, либо мы пока об этом не знаем. Это вороной 12, фиг бы с ним. Блин, еще будет геолого-разведка, ну понятно, я ее проходить не буду. Ну, в смысле, на ролик не буду писать. У нас есть ремонт скважины. А зачем нам сейсмовибратор, интересно? А, просканируйте зону у старой буровой площадки и доставьте на буровую площадку карьер. Угу.
А просканировать это где? Ну, это тоже, видимо, в карьере. Допустим. Так, геологоразведку я не буду делать. А это нам что дает? Надо будет куда-то буровую установку еще и, да, месторождение. Ну, понятно. Короче. А тут во враг нам нужны деревянные доски две. И две металлические балки. И уже в один прицеп я не сгружу. Металлические балки, по-моему, по два занимают. Это четыре. И тут даже если по одному, хотя не помню. Ну ладно. Разберемся с этим. Короче, я думаю, что пока Тайга Ойл продолжаем. Транстаймыр у нас где? Болото, болото, болото. Либо Транстаймыр будем делать. Либо Транстаймыр. Тут тоже еще... Уже его можно будет уже и добивать. Тут в карьер цистерну надо доставить. Длинные бревна. Ладно, так скорее всего, да, будем Транстаймыр делать. Вот, но это уже в следующий раз. Ну а сегодня всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.